Добрый день! С вами дачный обзор «Садогород». Сегодня мы подкормим клубнику азотным удобрением. Это у меня аммиачная селитра. Вот. Будем разводить столовую ложку на ведро воды и подливать под клубнику. Это у нас будет подкорневая подкормка. Перед этим я полил водой вот, под каждым кустом клубники, чтобы вода пропиталась немного туда под корень, чтобы не пожечь корни селитрой. И сейчас будем разводить и подливать, подкармливать клубнику. Вот одна ложка на ведро воды. Хорошо размешаем ее. Позже, когда она будет цвести, когда будут набиваться бутоны, мы ее подкормим фосфорно-калийным удобрением. И все, пока. Я, чтобы не затягивать время, то клубнику поподливал водой обыкновенно. Теперь мы ее подкормим, чтобы было вам все ясно и понятно. Вот в таком духе. Все, теперь берем ковшик и подливаем каждый кустик. Вот в таком духе у нас будет подкормка. Клубника есть хорошо пошла, а есть эта, которая пускала усы, она немного сидит на месте. Вот мы ее подкормим, и у нас пойдет хорошая клубника. Вот в таком духе будем подкармливать всю клубнику. У нас плантация клубники большая. Там я немного подстригу ячмень. По клубнике я сажал ячмень. Вот. Благодаря ячменю клубника не вымерзла зимой. Он ее укрыл. Я бы советовал всем сажать ячмень в октябре месяце под клубнику. Вот в таком духе. На этом пока все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Дачный обзор садогород». Пока.